Наш корабль стоял на якоре у берега Африки. День был прекрасный, с моря дул свежий ветер, но к вечеру погода изменилась. Стало душно, и точно из топленой печки несло на нас горячим воздухом с пустыни Сахары. Перед закатом солнца капитан вышел на палубу. Купаться! Купаться! Назад! Назад! Вернитесь! Акула! Акула! Mm-hmm.